друзья, всем привет! Сейчас нашему вниманию будет открываться умопомрачительная марина. То есть бухта, залив, стоянка для яхт. Вот прямо сейчас. О, я сейчас еду как раз в этот ресторан. Я так зашел к этой съемке, подготовился заранее, чтобы вы были готовы. Вообще марина — это просто стоянка. Она бывает обычно в открытом месте, но чаще всего в закрытом. Это очень закрытое место, это как балаклава. То есть никакие штормы не страшны. То есть, короче, продолжим чуть позже. I have much problem. Окей, друзья, смотрим теперь, внимательно наблюдаем. А, к сожалению, не получилось показать ее сверху, но сверху это выглядит просто волнительно. Я думал, что мы будем заезжать как-то сверху. Вот, okay. Вот мы приехали. Впереди много интересного, друзья мои. Добро пожаловать в Луперон, Марина. What's the name of Marina? Las Velas. Las Velas. Окей. Спасибо за просмотр. Увидимся.